Ага, я, кстати, вспомнил, когда начался турнир предыду... Ой, король даже, даже король! Это что? Это что? Это что? Это что? Это отвертки? Так, пожалуйста, не надо вот это вот. Тыщ! Предыдущий турнир... Предыдущие турниры были в 2015 году. Я вспомнил. Вернее, я догадался. Во-первых, я догадался еще вот этого. Догадался я, как бы, но не получился, да? Вот так всегда. С первого раза всегда получается, с второго всегда не получается. Это так известная штука. Так, слушайте, а он уничтожается? Нет? Нет, сейчас он не хочет уничтожаться. Взрыв. А, ну все равно падает. А ту штуку неизвестно, как снова, ну. Я знаю. Слушайте, а зачем мне блоки сверху, снизу поставить? Это что, это блок песка или это дерево? Ладно, это дерево все же, повезло. А теперь смотрите-ка внимательно. Как мы опять выигрываем, собирая кристаллики. Получится, надеюсь. Ладно, немножко вышло. Результат повышен. Это, по-моему, сложновато, но все же три. Уже надоел турнир, кстати, фон почему-то обычный. Вот что плохо. Сейчас прыжок будет великий. В смысле, хороший, вот он, получился. Почему я назвал великий, я не знаю. Случайно, видимо. Ошибка слова. Все, закончили. Да, я постараюсь побыстрее. Ну, вернее, я не постараюсь, потому что у меня получается само все быстро. И как? А как, не знаю. Уже даже не хочется. Я думал, они будут всего опять по две. Вот тут, смотрите, турнир три уже. Третий турнир уже. Чё за фигня-то? Глупо получилось со взрывом-то. Что делать? Вот скажите, опять ничего не сделать. Вот что мне можно было сделать? Смотрите. Ничего не по... Как это пройти? Вот... Ну ладно, уже сейчас не будем ругаться. Сначала давайте здесь. Хорошая работа. О, бедрет какой. Давайте еще раз. Давай еще раз. Оп. Ладно, падает. Вот. О! Смотрите, как лучше. Ну, получилось лучше, да. Не лети. А, вот теперь это может и получиться, думаю. Главное просто, что? Смогу ли я что-то еще? Скорее всего, не будем рисковать, давайте получим 10 тысяч очков за бомба. И все. Никаких рисков таких, допустим. И все равно 3, хорошо. Ее что-то большое. На самом деле просто долгое, длинное. Туда, куда птички не долетят даже. Где ваш тотем? Тут. А, вот тут не все птички долетят, то есть. Ладно, видимо, тотем здесь растут, значит, видимо, активировать следует. Да, из-за тотема усач нам толкнет сюда камень, который покатится и, собственно, убьет всех, но не всех. Опять эта штука, якобы, она нужна, чтобы атаковать кем? Ладно, допустим, не получилось. А вот ты фиг поймешь, как делать тут. Законным образом, да? Опа! Получилось, смотрите-ка, всех. Кто там, кроме бананистого? Ну, за бананистым я, конечно, не старался, но... Ха, не качащийся, ну. Кто? Вопрос, что, смотрите-ка. Что-то хитрое в этом... Нет, чего хитрого нет, все. Возможно, я мог что-то еще сделать, но не хочу.
Ну, классик, как я не хочу делать ничего. Это шестой. Нет. Вот усач прям сразу уничтожился. Наверняка это не стоило было делать, да? Наверняка оно бы само упало, если бы я сейчас сломал тотем. Ну я знаю, знаю, так всегда все происходит. Оп. Ну все равно кое-как упало, ну ладно. Кристаллики, слушай, а что это такое? А, это тоже кристаллики. Ладно. Рисковать снова нужно, да, чтобы собирать кристаллики. Опять не хочу. Это, скорее всего, нужно было бы. Но не надо пока, нет. Ой, ладно, видимо, нужно, но не хочу. И последний на сегодня. На для меня, для вас еще, скорее всего, будет еще один турнир. Или нет, или не будет, слушайте. То есть, если будут три, то сделают, это глупо опять три делать. Или нет, слушайте, или не хотят вас опять восстановить эту глупость. Нет, не хочу такое. Хочу, чтобы турнир был вот так. То есть, турнир, одна часть в одну неделю, в первую часть недели. Какая? Ну, в смысле, как раньше. Не хочу. И куда, что, как, что, почему? А, ну да, никуда. Ах да, оно еще и висит в воздухе. Вернее, не висит. Где тотем? Где тотем сверху? Ладно. Что-то не помогло. Ой, как сложно, слушайте, сложно. Потому что я не знаю, куда запускать и что запускать. А, то есть ту башню не обязательно ломать, но можно вот так сломать, да. Ну, может, получится, если я сделаю, знаете как? Вот так, а потом все это сбросится вправо на тех поросят, чтобы они обвалились абсолютно точно. Ну и терять больше нечего, готово. Вот и пройдены 6 дурацких уровней на сегодня. Зачем? Зачем вы мне открыли это, пожалуйста? Уберите, я уже закрутил. Все, пока. Не знаю, что из этого получится, блин. Ровью, опять! Все же опять будет чередоваться по 2 неделям, ну ладно. Обычный турнир сейчас, неожиданно. Думаю, сейчас будет положение усатого, но нет. Что же делать тогда? Я сейчас посмотрел два уровня, думаю, забавные. Давайте посмотрим. В смысле, я уже смотрю, вот они. Ну, видите, немножко забавный уровень. Вот, не разрушение. А чё там? Метеориты всякие там, какие, что они? Скажите, чё за колесики, крутящиеся антенны, якобы? Это что, по-вашему, считается антенной? Кстати, разрушим чуть повышенное, по-моему. Ну, в общем, кое-как. Стараться не будем мы. Я понял. Вижу секретный механизм. А, ну уже поехал. Ну ладно. А, это закрытие. Ох, уж хитрит с Ровью. Ага, я так и знал. Ох, это страшно. Это странно. Это глупо. Это тупо. Немножечко бывает, немножечко нет. Опять еще какой-то куполообразный уровень. Кстати, не уровень, а постройка. Какая-то повышенная разрушимость, на мой взгляд, вижу я. Определить, что это следует мне. Умри. Вот.
Ну, все же обычные турниры тоже немножко радуют, особенно этот уровень. Посмотрим, что сатаны судят. А зачем нажал заново? Ох. Много свиньи в джунглях. Название серии Берсерк Рион, да? Или нет? Не берется эпика, да. Если вы помните название такие, я название некоторые свиньи помню хорошо. Забавные. Овио. Мяу. Ладно, сейчас рычать не стану. Сюда. Опа, ну само падает. Кто? Вот так. Опыт мы разрушили, чтобы специально дать проход птицам. Давай-ка. Поросенок, ты сможешь уничтожиться, ну-ка. Ну я знаю такие штуки с поросенками неуничтожающимися, это уже было много-много лет. О, как удачно, смотрите, как удачно. Ой, как чудеснейшее! А, разрушимость повышенная, да? Ну все, больше не хочу. Так. Ох, опять Ровио ключики ставит. Динамиты, бабах, бум-бум-бум. Кнопка! Запуск ракеты смерть! Атомная ракета спускается, бабах. Все, умерли все. Радиации нет, потому что вот. Какие черту динамитики? О, вы путаете особые с турнирами с неособыми. Бесполезные ракеты, да? Ну так, птицы по птицам. То есть, блин, даже непонятно, даже ясно все, что делать. Запускаем просто птиц туда, какие блоки мне соответствуют. Сейчас не получилось, но получится сейчас. Не получится зато полететь дальше, но не нужно. Ура! Эх! Так, нет, видимо, нужно не туда. Помните такое чудо, что птичка, задевая динамит, тоже отлетает в сторону? Такого нет в обычном грибёрт, заметьте. Так, сейчас должно что-то хорошее случиться, ну, когда все закончится. Он, во-первых, свин упал. Что меня может обрадовать сильно? А, дурачок я. Ну ладно, вот так зато. Получилось, получилось, все. Достаточно неплохо. Ну, почти забили. Ня! Ладно. Что, новый рекорд? Давайте угадаю. Да, конечно. Так. Потом так. Раздутие. Затем ожидание. Слушайте, думание. И запускание снова. Срыв и какой-нибудь сброс динамитов, да, в конце. Вот и пройден турнир. За... Опа! Короткое время, заметьте. Сегодня у нас выстрелы. Потому что я объединил все с предыдущим турниром. Пока. Ох, эти картинки в конце все портят. Это я крутил.